Вот тут вот, нет, вот здесь. Ну, примерно она там ближе, ближе еще. Ну, значит, стой прям в черепе, чтобы если вдруг откидывало, то ты прям налетел. Так меня откидывает вот сюда вот прям в угол, вот сюда прям. Но ты вверх стоишь, летишь? А? Его не вверх, просто вверх, его по диагонали кидает. Меня ты просто вот сюда. Метка, допустим, вот здесь, да? Ты вот здесь стоишь, тебя когда начинают откидывать, ты пролетаешь через метку. То есть ты ее, по сути, ты съедаешь. Понимаешь, что меня сперва откидывает в угол самый, потом появляется метка, и мне до нее надо бежать. Вставай так, чтобы тебя не в угол пинало, а в сторону стены ближайшей. Так, да, наверное. Ну, ты понял, да? Можно попробуй. Локал, рыбку покушай. Сейчас. Че на монки не кидается, блядь? Перекинулась в этот раз. Что по СС-ке, локал, долго? 4 минуты с половиной. Ладно, тогда. Катя сразу беги тут к этому телескопу в этот раз. Да, я знаю. На кого кинулась? Потому что у нас как-то странно было, что кинулось 3 луча, и через меньше, чем секунду один пропадает сразу же. А, там боб дали, кидают. Вхожу. Там вхожу, дали боб, и в звезду дали. Вайт, Вайт, беги, кушай, беги сюда. Валера, что ли, приперся? Да. А мы, так да, он давно же в онлайне сидел. Я не видел. Все, готово, даю счет. 5, 4, 3, 2, 1. Там 60 тысяч успел накидать. Готовимся, смотрим. Ой, да ты заебал нахуй. Оба кона. Ну, Жень, только ты. Да я сам себя хил. Я кинул тебе ходки, все. Не нужны мне твои ходки. Пусть будут. Стоять один мужчина. А щит сломаться не может, это про ходки говоришь. Подаван, мастер ауру анонси, когда нужно давать. Ну ладно, держите на полах. Фаза скоро будет, готовимся. Перебежали, на свои места, Кать, не забыл. Mm-hmm. Не дамажит никто, кроме меня. Я себя хилю возвратку, вы нет. Забрала. Отлично, ждем, 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 возвратка еще висит. Подходите уже, Мирика, сейчас кончится. Давайте, Геро. Поехали, дамажи. Набухаться забыл, сука. Так, поняла. Обычная фаза, 5 секунд. Готовимся на свои места бежать. 3 секунды фаза. Бежим на свои места. Стоим на места свои. Давай нахер. Ну, ждем. Сейчас будут врата. Монки, хожу, коны. На коны есть, Боб? Хожу только на тебе, так что... Сам себя прохиль, хожу. Ты можешь, в принципе, бежать еще до того, как появится лужа, чтобы вообще не лутать урон. Ты один, там места у тебя много.
Мастер Аур. А куда его сдавать? Ты имеешь в виду, на, чтобы его засейвить? Да-да. Хорошо, скажу на следующий плевок. 5 секунд плевок. Зачем? У меня зыбка еще есть. А, нет, я это подавану написал. Хорошо. Тогда ты на треню проси, чтобы тебе скидывали подаван. 5 секунд до фазы. Готовимся бежать. Катя, не забудь. Я двигайся уже туда, Катя. Катя, ну тебе заранее нужно было туда бежать. Да ладно. Они что-то сказали. И ты бежишь как, Кать? Ну ты через сам порвал бежать. Потому что огонь, там огонь был. Там не было огня. Порталы через 5. Чилимся пока. Успею. Ну понимаешь, успеваешь. Порталы. Где же ты портал? Быстро сносим, в принципе. Ждем, ждем. Сейчас возвратка кончится, подходим, милики, пока. Все, залетаем. Подавана хилить нельзя сейчас? Нет. Ему нельзя. Я не получаю урона, Кать. И хилки в меня не входят вообще никакие. В этот раз как будто у него возвратка меньше висела. Угу. Нет, мне кажется, просто мы привыкли. Мы на другой, точнее, отвлекаемся. Готовим, сейчас перифаза будет, на свои места нужно будет бежать. Секунду, все, перифаза, на места встали. Стоим, ждем, сейчас будут порталы. Бопов ничего нету, поэтому бегаем. Катя, слит, бабл нажми. Потом, по-моему, у бразильца, кстати, у бразильца 15 секунд до бопа. Ну и что накинет? Не надо, не надо, пусть бегает. Подава номер. Ну, блядь, ну подава. А в меня 40 тысяч влетит. Сука! Бэр, Катя, скинь. Куда? Я на луче! А, ну, блядь, сова у нас есть с бэром. Почему подава с половиной хп был? Подавай, вставай, подаван, вставай. Каково не пришло ничего? Ну, бля, я видел, нету что начал. Да он за столом лежит, нахуй, видишь. Да все. Так в меня 40 тысяч влетело, это не прохил. Там к следу вопросы, потому что тебе я не доспеваю. Говорят, что ты за столом стоишь, тебя не могут хилить, потому что ты за столом. Ты, Женя, Женя, поставь себя ближе к танку и кидай щиток на него, ну, в каз дыхания. Будет нормально. Так. А он и так живет тут, блять, его. Там из-за того, что он за столом встал, он сам не увидел, и из-за этого не было прохила. Ну, так лучше будет считать, плюс 6 тысяч хп у него. Не, ну, у нас там нормально все. Нет. У него по хилу, по хп у него все нормально. Не считая вот этого момента сейчас, из-за того, что он просто сам не заметил, видимо, что встал за столом и сам не понимал, что его не хилит. И все. Он делал свою работу, типа, но не увидел, и все. Я так прожал, что? У меня 40 тысяч магии влетит. Так все же говорят, ты стоял так, что тебя хилить не могли. Так, ну знаешь, типа... Что? Вот, стоит за столом, я чё чат... Ну, я, у меня в чате вообще ничего не отображалось. В смысле? Ну, тут не причем тут, чат? Тут, тебе, ты сам, ребят, должен был увидеть, что ты за столом. Никто тут не виноват, все. Всем привет, давайте, ребят. У меня когда была такая ситуация, я сам перемещался. Ну, лучше танк переместиться, чем хил, который кастует. Там он в клиф просто попасть же может. Мне, ну, задача, мне задача прохилить его только после каста, как бы я заранее выбираю позицию. Да, блин, это сейчас глупый спор. Очевидно, что танку проще передвинуться, чем хилу. Тут все было правильно, просто не увидел подаван, что за столом. А ему никто, он, ну, чат не заработал, никто не сказал, что в него хил. Может, кто-то есть? Давайте убьем. Мы бежим. Мы бежим. Локал, кинешь СС-ку? На этом говне, блядь, сидим, нахуй, тупим уже три трая. Блядь, осмотрителя с первого раза убили. Че, угораем? Да, по траям какой-то. Ласки, че, перепиваю тогда? Ну, хватайтесь. Че выпало за ебатого? Ничего. Да, тебя тотем! Да, кстати. Ну, грустно. Да, болезнь просто в твоем голосе. Арбалет охуенно, это Монки апнулся. Ну да. Кобик. Монки, который купил себе 4 печеньки. Да, Триня на танке никому не нужная выпала. Пиздец. Посох опять упал, только в итоге ее сорвал вот сейчас. Угу. Ну, вот, кстати, нормально там дамажи. Лучше, чем напали, по крайней мере.
А сколько я напали дал? 7 тысяч, да, тогда? Напали? Ну. Да, что-то там. 6500 или 7, а тут на свет. Да должно было быть 1000. Должно было быть 1008, я там с пула что-то какую-то хуйню нажимал. Мастера утыкал, бегал. Я так всегда делаю. Монки чуть не пошел, там бы я тоже на дне сидел в рекаунте, как обычно. Вместо него чуть владюху не взяли. Это Монки, ты нам что, по сути, говна въебал? Нет, он просто на арбалет засмотрелся. Вы смотрите, потом не обижайтесь, реально. Батя с корпоратива пришел, отчитывает сейчас всех. Реально, потом, если будет такая ситуация, что вы там носу ковыряете, что угодно делали, если даже вы всегда ходите, я вас не буду брать. Потому что я этому человеку, который мало сдамажил, но больше, чем вы, не объясню, что на самом деле вы дамажите больше. Поэтому постарайтесь, когда палку дамажите. Да палку кидаете, постарайтесь. Давайте, я буду сейчас нахуй сохранять гигабайты скриншотов, блядь, с ДПСом, чтобы... Будешь рассказывать, когда-то я дамажил, да? Да-да. Че, флажку перепивать? Да не надо ничего перепивать, здесь сиди босс. Не так влияет. Да? А мне в любом случае у меня мозг. А можно все лучи в меня, блядь, пожалуйста, нахуй? Один раз только попалось. Тут и так почти все снимают. Что-то. Женька, уход в тень не помогает? Нет, я пробовал. Сука, обидно. А инвиз на поле во время коста попробуй уход в тень. Может, во время коста получится. Я и во время, когда уже висит, и до того, как прилетело, тыкал, не помогая. Подула. Все тут? Все покушали? Ну я щиток кидал за шипешника здесь. Не, ну это не лишний, типа, ну нахуя, если он так держится? Ну, это будет круто. Просто это будет охуенно. А его так и так бы сваншотил, а его так и так не убивается, нормально хилят. Не в этом проблема же. А что, у нас тотем вообще не ставится, да? Не будешь кидать. Все готово. Я там, блядь, отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Готовимся. Сейчас будут лучи. Хожу, Монки, Катя. Дайте Кате боб. Ага, все добро. Все. Ну все, хожу, сам себя похилишь. Да-да-да. Походки накинула и ушла. Бля, ухожу, охуенный геймплей, когда в луч у него не летит. Да, чисто одну кнопку жмет. Я наблюдал за ним. У меня эстетически мне вкатил его интерфейс и нажатие одной кнопки. Угу. Тоже хотите? Угу. Я хочу просто смотреть, как хожу, блядь, в рейды ходит. Дыхание 3 секунды. Скоро перифаза. Побежали на места свои. Катя, на спринтах беги. Да, бегу. Нахуй отсюда. Ой-ой-ой, я забыл. Не домашнюю. Вот она сейчас долго висит, возвратка. Ну, я тебе говорю, ты просто не замечаешь. Все, готовимся к порталу. Уже взяла. Савчики. А давай не умри, брат. Что пугаешь? Владёк. Тебя не слышно. Я не слышу. Урон она не входит в меня. Ну ты фактически умер до того, как взял сферу, я имею в виду. А потом в меня вообще урон не входит. Я знаю. Но тебе нужно взять до того, как ты умрешь. Не, там нормально, там успеваю. Лид сразу прям... Ну, прям сразу его захиливать надо будет. Моментально. Фаза через 5 секунд. Готовимся. 3... 2, 1, база. Встали на места свои. Я не дотягиваюсь вперед. Нормально, поднимем сейчас. Там же первый клевок не наносит много урона.
Давай меня, пожалуйста. Готовимся, сейчас будут врата. Сверки. Хожу, Катя, слить. Ну, отдайте на Катю Боб Коба. Куда? Хожу опять. На меня дали. Хожу, ходи давай. С пугами приходишь, да, трай? Я тут кроме лучей нихуя не делал, ребят, объясняйте. А можно я просто сбоку от луча похожу, когда вот на лучи на мне? Это как на Кона, блядь, на Деве кидалась постоянно лужа. А, да. Две подряд. У нас как-то три свернения подряд на луку кинул. Дыхание. Это пиздец будет. Ну, nice. Я умею лужи разливать и дамажить. Как видите, лужи я уже разлил. Дыхание 2 секунды. Ничего, нихуя не дамагнуло. Призрачная фаза 2 секунды. Незыбка была. Катя, беги. Все, побежали. Я успею. Кашу, успеешь, куда ты денешься. Фига хожу, поселил, видели, да, блять, там ковернул. А хули в одного бегать не стелить? Он спасает нас. Да, я, короче, ЛК фласку пахну. Блять, я походу... Бля, ну хожу, ну иди твою налево. Ну иди теперь домашь, жди пока пройдет. Стой. А кто успел, сука, тот и съел, блядь. А он зачем-то подошел и забрал у меня. А хули он, блядь, только бегает случайно? Пусть подамажит человек. Ну пусть подамажит, если прожимки хоть есть какие-то на пусты. Так он бегал, блядь, всю игру. Я, блядь, значит, не прожимаюсь, специально жду. Начались от маски. Может, лоб не ДПСит. Вообще, жесть какая-то. Фаза 2 секунды обычная, готовимся. Побежали на свои места. Сейчас стоим, ждем. Там у Кобы готовимся, блок будет 25. Хорошо. Слит, Войд, Умукл. Ну, вот уже не давайте тут, блядь, потому что босс переведется к тому времени. Катя, провожай их, помогай хилить. Да, я уже кинул на них. Ну ты подвиньте чуть-чуть. Меня подхиливай. Локал, правее иди. Войд, отойди к стене поближе. Так, Войд, сам себя подхилишь, окей? Ну, выбора нет. Дыхание 2 секунды. Катя, я тебе весь центр, короче, специально закрыл. Да ладно, пробегу. Дыхание 2 секунды. Не пересеките ток, пожалуйста. Да, не пересекайтесь. Да, все четко. Перефаза 5 секунд, готовимся. Перефаза. Ты мне голосом портал не закрой. А там пропадает на порталах. Он пропадает, да. Ты можешь вообще смело бежать в центр, а не вот видишь, как быстро пропадает. Да я лучше обойду. Согласен. Все, хожу, отойди отсюда. Километров на 75 тысяч миллионов. Тихо. Вот сейчас, кстати, я очень... Я аж портал прошел. Блинки, подходите, сейчас кончится уже возраст. Все, поехали дамажить. Блять, 40 минут на этом самом боссе сидим. 6 минут 40 секунд. Ты про чё? Про то, сколько сейчас бой идет с боссом. Я вообще говорю, сколько мы здесь сидим. 6 секунд до перефазы катаемся. 3 секунды на места свои переходим. Все ставим 5%? На свои. Дымайте под аван. Красавчики. На метки. Одни лучи подождем и добьем. А может и так добьем. Лучше мы лучше подождем. Локал, Катя, я. Двиньтесь, делайте. Ага, вижу. Это, пространство. Почему я не могу бухим притвориться и все?
сразу в отрезвитель, да? Кому пересечь, кому луч, блядь, не успел. Я так вчера притворялся. Ооо, шея! Голова! Башка никому не нужна. О, охуенно, кстати, да. Шея хорошая. Рольте шею. Кому она нахуй нужна? Кстати, роль. Шея килам только и нужна. Да. Супал уже, ебись. А чё, разве хилы эту, ну, шею хили не носят, что ли? Она им с острова не нужна. Она не дает им ничего. Потому что там только от атакующих заклинаний спадается. И убежал сразу за прошлый. Рольте там на трансмоге, хуёги, может что-то носить будет, я не знаю, там на второй спек. Это зелёный. Кара, блядь, на трансмог. На трансмог? Знаете что? Нет. А это охуенно, да. Блядь, в ванхолике танчить, на самом деле. Да, если за стол не прятаться. Да нет, я, короче, это, с пула...